Здравия желаю. Продолжаем опыты. Немного закрепил колесо и поставил, значит, на 1/10 секунды и 2 секунды, то есть 20 раз. Увеличил люфт 20 раз. Сейчас посмотрите, что происходит. То есть сейчас колебаний почти нет. И надо ждать, она скорость, когда наберется у него, видите? Первые минуты 2-3 это разгон его. То есть КПД тут небольшое. Вот сейчас он разгонится уже на своей крейсерской скорости. То есть 1/10 секунды всего работает. Да вот на счетчике видно. Видите, 1/10 раз и стоит 2 секунды. И стоит 2 секунды. А скорость при этом не уменьшается. И потребление не увеличивается. Скорость только улучшается, где-то минуты 3-4. Разгоняется до полной. И потом уже можно начинать подключать генератор и брать энергию. То есть впечатление такое, что идет ток беспрерывно. Скорость все больше и больше. Тысяч оборотов в минуту. А если это разогнать до 1,5 миллиона оборотов в минуту, то она вообще не остановится. Будет крутиться неделю, наверное. Вот сейчас уже, по-моему, набрала скорость. Идет нормально, ровно. Поближе, чтобы видно было. То есть скорость бешеная, видите. Замедление, вот смотрите внимательно, замедления нет вообще. Нет замедления, не успевает замедлиться, как новая порция тока. То есть траты я мерил уже, 139 ватт идет на потребление. Можно еще раз померить. Сейчас еще раз померим, чтобы убедиться. На ваттметре не померишь, он вообще показывает ноль. То есть счетчик это еще показывает что-то. Там в принципе потребление ноль, но он показывает за счет того, что обратный реактивный ток идет. А ваттметр показывает ноль. На нем просто не успевает цифры выскочить. Потребление он не успевает уловить. Это значит, потребления нету. Но будем считать по счетчику, как у нас больше измерительных приборов нету. Сейчас мы еще раз замерим. До риски дойдет. Вот он здесь. До риски дойдет сейчас. И я поставлю секундомер. Вот, доходит до риски. Все, пошел. Ведем отсчет. А уже завтра буду, значит, прикручивать какой-то генератор.
Завтра суббота как раз. Делать нечего. Сзади прикрутим генератор. Вот. И уже замерим еще сколько тока он дает. Тогда КПД еще повысится. А сейчас отсчет идет. Видите, отсчет идет. Вот ждем, когда на риску подойдет счетчик. Во, подходит. 1,28. 1:28. Даже меньше, чем второй раз посчитал. Сейчас посчитаю. 1:28 это значит 60 плюс 28. Умножим на 300. Разделим на 3600. 7,33. А теперь киловатт 1000 ватт разделим на 7,33. 136 ватт потребление, так? А чтоб так крутить напрямую, надо 500 ватт. 480. Этот мотор на 480. Колесо его нагрузка. То есть он не холостом в ходу идет, а с нагрузкой. Значит, потребляет 480, где-то 500, так. Ну, 500 считаем, округлим. Вот 500 перемножаем на 20 раз, 21 раз. Один раз он работает, 20 раз стоит. Перемножаем на 21. 10500 будет. А траты у нас 136, разделим на 100. Умножим на 100. КПД у нас 7720. То есть то, что увеличил время, оно никак не сказалось. Видите, скорость та же. Маховик ему не дает замедлиться. Как он накапливает энергию и не дает замедлиться. Если мы просто включили маховик и вот это там еще генератор поставили, у нас бы потребление выросло и все. Вот в чем дело. А когда на разрыв, мы можем собирать. Так как счетчик стоит, а тут мы еще и обратные токи ловим на движение, там все эти токи. Самоиндукция и так далее, инерция. То есть все это мы ловим, все даем. Всему, все открываем, всему даем, как говорится, возможность показать себя в работе. И получаем КПД 7720. Даже если под нагрузкой это уменьшится даже раз в 5, все равно это будет нормально. Тут для БТГ, так как для БТГ хватит 200% КПД, вполне. Ну, чем больше, тем лучше, это понятно. Ну, здесь будет 500. Может 1000, может 500. Ну посмотрим завтра. Прикрутим генератор, посмотрим.